ключевой метод, который действительно может тебя поднять намного выше. Ровно так, как умею. Артикуляция, дыхание, каждый слог, каждая буква. Звучание вы хотите заложить, какой характер, то и осознанно вы начинаете работать с видением. Что же вы спросите по басу? Так вот, возвращаясь к вопросу, как писать музыку к фильмам, к видео, и что нужно для того, чтобы у вас появилась подобная, скажем так, работа. Сука, не умею играть. Слушай, хватит писать треки в стол. Миллионы музыкантов хотят пробиться, чтобы их услышали, чтобы зарабатывать своей музыкой. И это понятная боль максимально для меня, потому что я живу на этом свете уже почти 33 года и до сих пор не выпустил своего легендарного альбома, которым гордился бы я и который нравился бы мне. У меня были банды. Было кучу какой-то коммерческой музыки на ТВ и даже в рекламах перед там какими-то фильмами. Сильных духом для влюбленных, для очень важных персон. Рынок. Мы сильно расширили географию. Количество проектов выросло на 10%, а клиентов на 16%. Две. Че, народ, готовы со старичками тусануть? Да за такие бабки. Но это все равно не то удовлетворение своей реализации с точки зрения творчества. Ребят, кому интересно увидеть брейкдаун и внутрянку моих проектов, коммерческих каких-то, напишите обязательно в комментариях, и я покажу либо рекламу для ТВ, либо какой-то фильм. Я этого не делал, потому что у меня был долгий период, когда я погружался максимально в карьеру, как раз-таки карьеру саунд-дизайнера строил, в проектах сидел ночами, днями. А сейчас очень много задач по написанию музыки, поэтому я сделал этот формат, чтобы открыто и честно с вами делиться всем процессом, потому что мне кажется, такого не хватает. И я надеюсь, вы меня в этом поддержите лайком, комментарием, а может даже и репостом. Я прошел определенный путь в карьере саунд-дизайнера, музыканта, композитора, и сейчас мое дерево немножечко имеет больше разветвлений, одно из это киноиндустрия. Я понял для себя, что в кино я могу больше реализоваться с точки зрения творческого потенциала, потому что я могу совмещать свои как раз идеи и полноценно их продвигать в проектах таких же творческих ребят. И это видео я бы хотел посвятить написанию акустического трека, который впоследствии будет в кино. Эта тема должна тебя волновать, наверное, больше всего. Почему? Потому что мы сталкиваемся с вопросом, а как пробиться? Как вообще сделать так, чтобы о нас узнали? И в последние годы я понял и закрепил ключевой метод, который действительно может тебя поднять намного выше с точки зрения востребованности, с точки зрения твоего уровня по сочинительству и твоей музыке. А именно это пытаться пробиваться в кинопроект. Не обязательно это должен быть какой-то блокбастер, это может быть любой проходной сериал, это может быть любой документальный фильм, который увидит только 100-200 человек. Но это твои первые шажки, которые дадут тебе уверенность и понимание, что ты можешь писать свою музыку под конкретный проект. И это сегодня мы с вами будем делать. Как у меня выстроен подход в написании музыки? Для начала я всегда пишу демо-версию, когда рождается что-то такое внутри меня, какой-то аккорд я слышу в голове, либо какую-то фразу, вдохновленную опять же кадром, либо какими-то переживаниями, как говорил. Я пишу на диктофон демку, прям сразу, чтобы не забыть, и у меня была какая-то мысль. После чего я уже перехожу к записи. Для меня играть на акустике — это как бисером плести. Всегда важны в игре на гитаре, да и в целом на любом, конечно, инструменте, звукоизвлечение. С этим у меня большие проблемы, поэтому я всегда выкручиваюсь, работаю уже в постпродакшене. Либо долго-долго тренируюсь и оттачиваю само звучание. Но без этого, конечно, никак. Все равно я должен прийти к какому-то дублю, который мне понравится. Ну и, в общем-то, все. Тут ключевое, что я закладывал в этом треке. Он должен красиво звучать с гитарами, пространственными и с моим вокалом.
Ребят, в сведении на самом деле ничего сложного нет. Главное, усвойте базу. И все пойдет своим чередом. Если вы понимаете, какое звучание вы хотите заложить, какой характер, то и осознанно вы начинаете работать с сведением. А в базу как раз и заключается основа работы с балансом, динамическим диапазоном, решением частотных конфликтов. И в общем-то и все. Не слушайте тех ребят, которые рассказывают вам, что исключительно с тем или иным плагином вы сможете добиться того самого волшебного звучания. Волшебных кнопок, к сожалению, нет. Все в ваших ушах и в вашем осознанном подходе. Ключевая проблема, которую я здесь решал, это ритмически правильно сыгранные все дубли. Это раз. Второе, это сделать достаточно пространственный звук акустики. Для этого мне понадобилось 6 дублей гитары, которые я засунул в группу и раскидал по стереополю. И тем самым я получил вот такое вот звучание. Немножечко про проект. Данный фильм это, скажем так, коллаборация спортивных сумасшедших фанатов, с которыми я уже не первый год работаю, делал для них фильм «Баск». И этот список можно продолжать дальше. Всех нас объединяет не только любовь к природе и суровость экспедиций. В начале 90-х для наших альпинистов стали доступны Гималаи. К тому времени семья Богдановых отшила. Делал для них, опять же, там всю музыку писал, звуки делал про остров Вайгач. В этом же году доделал фильм про Пакистан. Написал, кстати, достаточно интересный, тяжелый альбом, роковый. И, кстати, про него тоже будет выпуски. Отдельно буду показывать. Малый барабан, шуми. Ёпты. Тяжело быть музыкантом, а не музыкантом вычищать. А вы что, думали, я тупой? Этот фильм про новую землю Франца Иосифа. Это архипелаг, который принадлежит России. И ребята собрали экспедицию, опять же, как и в прошлых их сумасшедших приключениях. Они погрузили себя, все, что у них есть, на лодку и поплыли к этому архипелагу. На мой взгляд, подобные фильмы рассказывают очень много о человеческой натуре. Рассказывают про фанатизм к любимому делу. Раскрывают нашу человеческую сущность, нутро, душу. Открывают, да, вот эти фильмы мне почему нравятся документальные, почему я до сих пор работаю с режиссером Валерой, который также и участник, и режиссер, и фотограф, потому что это близкая для меня тема, я точно такой же фанат своего дела, я пишу музыку, делаю звуковой дизайн, и делаю это не ради денег, в первую очередь, а ради того, чтобы реализовывать свой потенциал и жажду творить. И работа над этим фильмом совпала в резонанс, скажем так, с моим душевным сейчас состоянием после определенных событий, которые произошли в моей жизни, и желанием написать акустический трек, и тем самым родилась подобная композиция, которую вы услышите в конце. Поэтому обязательно досмотрите этот ролик до конца, а если кому не терпится, можете ниже по ссылочке перейти и послушать его целиком. Ребятки, важная информация для тех, кто хочет прокачаться в написании аранжировок и вообще в сведении. Я хочу запустить живой лайв-формат, скажем так, интенсив, называйте как хотите, но в течение месяца мы будем писать примерно в подобном формате от и до свой трек. В этом интенсиве мы будем закрывать ключевые вопросы, и я поделюсь, скажем так, своей поэтапностью создания любого трека, будь то коммерческий для кино, будь то для рекламы, будь то для себя. И за эти 10 лет у меня выработалась, скажем так, примерная схема, которая точно приносит результат. Также в этом чате в живом формате будем общаться и закрывать ключевые вопросы, с которыми сталкиваются абсолютно все музыканты. Так что переходи по ссылочке, если готов. В декабре будет старт. В моем вокале есть разные техники. Ну, прокачал я их немножечко, либо просто научился. Я не знаю, как это происходит. Я не учился никогда вокалу, но я могу петь как и дисторшеновым каким-то вокалом, да, таким грязным, орущим. Могу
могу и фальцетом петь, вот. Но есть те диапазоны, в которых я не могу вытягивать. И у меня как будто бы, по моим ощущениям, я могу, если взять графу какую-то, я могу петь здесь и могу петь здесь спокойно, да, уверенно. Поэтому вот такие вот парадоксы. Мама, пойми меня. Надо поменять позицию, потому что... Вот, да, вот такое положение. Очень важно, чтобы комфортно было петь. Не могу. Нужно распеться. Корректируем текст чуть-чуть, потому что слишком много слов. С теми, кто верил в нас, шел спереди, прищурив глаз. Папа, прости меня. Папа, прости меня. Мама, пойми меня. В общем, что могу сказать? Здесь очень важно, вот в таких тихих, где очень важна каждая артикуляция, дыхание, каждый слог, каждая буковка. Очень важно грамотно все настроить на запись, настроиться вам, чтобы было приятно, комфортно, и вы проникались еще больше. Вот я первые дубли, первую всю историю вот это писал прям в легкую. Все вот рождалось. Сейчас уже прошло время, недели, может, больше. И, конечно, тяжело настроиться. Это как скрипка. Я чувствую себя вот в этом треке как скрипка. Протяжность какие-то вот эти. И вот это очень важно, да, прочувствовать, настроиться, и тогда все будет получаться. Вот какой вывод могу сделать. Так вот, возвращаясь к вопросу, как писать музыку к фильмам, к видео, и что нужно для того, чтобы у вас появилась подобная, скажем так, работа. Давай ответим на два вопроса, которые 100% тебя волнуют. Первое, как получить подобный проект? Тут, на самом деле, ребятки, секретов нет. Я всегда открыто говорю всем ученикам, своим ребятам, кто задает мне один и тот же вопрос, ваш лучший инструмент продвижения – это ваш язык. Вы забываете, что простая дружеская коммуникация может привести вас к великому. И очень часто ребята этим пренебрегают. Конечно, в век популяризации медийности, личного бренда, там, каких-то супербюджетов на рекламу, очень тяжело об этом задуматься и вообще понять, с чего начать, кому писать и так далее. Но чтобы не загоняться, ваша задача раскрыть в себе те таланты, те сильные стороны в написании музыки, которые вы видите, очевидно, понимаете, что на синтезаторах вы неплохо играете, пишете музыку, неплохо пишете соляги на гитаре. То есть у каждого из нас есть свои какие-то фишечки, приколы. Либо вы, например, живете на островах и фанатеете от эзотерики, какой-то медитации, и пишете медитативную эмбиенсную музыку. Вот эти, скажем так, ваши отличительные черты могут неплохо сработать на контакте с подобными режиссерами, контент-мейкерами и так далее. В каждом жанре, в каждом направлении, в нише есть всегда ребята, которые точно так же занимаются чем-то подобным, снимают видео на островах, рилсы. И самый простой способ, который может вас привести к постоянному клиенту, это просто начать коммуницировать, дружить и общаться. И да, действительно, возможно делать бесплатно первые какие-то проекты, которые впоследствии начнут приносить вам еще и доход от заказов от того же режиссера. Ну, по барабанам вы уже поняли, нам здесь ничего сложного играть не нужно. Я хочу максимально записать ровно так, как умею, и просто это все интегрировать в вторую часть на развитие трека. Что же вы спросите по басу? Мое главное — сыграть ровно. Так, ну и что вам рассказать такого интересненького по проекту? Все писалось в несколько этапов. 3-6 дорожек акустики, которая дает как раз пространство, тот объем, которого мне захотелось добиться в этом треке. Если интересно от и до посмотреть весь процесс работы над записью акустики, как я ее пишу, как обрабатываю, то пишите в комментариях обязательно, я расскажу, покажу от и до. Потом, что еще? Бас у нас получился такой.
Обработка здесь самая такая простая. Сколько времени прошло? Слышно, да, что достаточно широко? А самый прикол, что посмотрите, что я сделал.